вот решила эту кашу рисовую с мясом сварить. Паша мне мясо приготовил. Сейчас обжарим. И а то все что-то плохо. Думаю, давайте. Кашку сварим с мясом. Все, пусть пока это все жарится, я пока сейчас рис промою. Все, пусть пока это все тушится, жарится, потом скину рис. Ну и супер, жарку сделала. Скину рис. Водичкой зальем. Все посолили. Пусть рис разбухает. Закроем. Хорошо.